Афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта Рэспублікі Беларусь па Гродзенскай вобласці пацвердзіў факт няшчаснага выпадку з удзелам непаўнагадовай у Гродні. Поздно вечером 9 августа поступило сообщение о доставлении в больницу 9-летней девочки с многочисленными травмами, характерными для падения с высоты. Следователям с привлечением специалиста УГКС по Гродненской области проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники и соседи пострадавшей, назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.